В Нижнем Новгороде минувшие выходные прошли под звездой королевы спорта. Сразу два крупных легкоатлетических забега прошли прямо под стенами Кремля. Все началось с общероссийской акции «Кросс-наций». Сотни городов страны, все желающие, вышли на старт этого микромарафона. Нижний никогда не отставал в этом вопросе и снова свои силы на различных дистанциях проверили тысячи горожан. Традиционно все началось с так называемого VIP-забега во главе с министром спорта. Компанию ему составили известные спортсмены и политики, но, пожалуй, главными звездами кросса наций стали дети. Кто сам, кто на руках родителей, но каждый дошел до финиша. Как обычно, участников разбили на группы. Были брендированные забеги, командные и другие, но главный приз в данном случае общий – это хорошее настроение. Настроение, которое уже через пару часов передалось участникам 89-го эстафетного легкоатлетического забега на призы газеты «Нижегородская правда». Это уникальное соревнование. Эстафеты не прекращали проводить даже во время Великой Отечественной войны. Тогда спортсмены сразу после финиша отправлялись на фронт. Сейчас мирное время. Интерес к пробегу не снижается из года в год, а наоборот, только растет. Подтверждением тому стали сотни и сотни участников, которые передавали эстафетную палочку и в этот раз. Григорий Ажигин, Ренат Бикбаев и Сергей Перемовский. Объективный спорт, ННТВ.